Так, всем привет. Байдарка от Time Trial. Варвар называется. 340-й. Вот такая вот. Сумочка вообще огонь. Вылазит, на спину цепляется. Идти удобно, комфортно. Взял самое простое весло, которое может быть. Так, спиннинг. Попробуем сейчас что-нибудь поймать же. С новой байдарочки. Спиннинг у меня Maximus Street Racer 220. В принципе, как для новичка в ребле. Где-то нормально. Захлёстывай, только свесил. Так, ну-ка. Сейчас мы встретим волны лицом пока. В принципе, я этот переживал, что он варвар меня. Ну, поначалу будет тяжело в плане того, что, ну, байдарка, я в детстве пробовал, катался на байдарках. Там нужно еще учиться же. Держаться. Но варвар сел, в принципе, сразу поехал. Все с карманов ценное повыкладывал. На случай, если придется искупаться. Купил себе спасательный жилет на Алиэкспресс сразу. Так, ловлю всегда, вот у нас, по крайней мере, на хорошо работает вот эти вот туры с Алиэкспресс. Как-то FS Fishing. Хороший. Вот эти полярисы маленькие, вообще у нас все клюет. И щуку ловил, и язя, и окуня. Моктик тоже, ну, елец. Сразу рыбка. С первого заброса. Эх, сорвалась. Да, второй догнал. Вот такой окушалик. Серё! Бабочки летают. Все вечереет, дур стекает. Становится вообще классно. Ну да, еще сверло. Не зря называется сверло. Не гуляется. Ну вот единственное проблема, это вот то, что свесил. Это заливает немножко. Так, где-то читал. Нужно попробовать этим антидождем на весло вообще-то. Может быть лучше. Так, у нас там сзади солнце, да? Тогда мы станем как-нибудь вот так. У нас все равно разворачивается солнце. Вот же он. Вот же он.